В завершении программы сообщение Северной столицы. Там состоялся праздник «Рождественское путешествие» для подопечных благотворительного фонда «Помощь детям». Мамочки, выпускницы детских домов вместе со своими детьми, а также добровольцами и руководителями фонда приняли участие в тематических станциях. Что нового они узнали, расскажет Валерия Чистова. Чесменский дворец под своими просторными и нарядными сводами собрал не просто подопечных фонда «Помощь детям», а настоящих друзей, одну большую семью, где руководители фонда знают многих еще со времен детских домов, знают нужды своих подопечных, а мамочки с этой немаловажной поддержкой стараются с любовью воспитывать своих деток. Праздник начался в большой светлой гостиной. Неожиданно для мам и их малышей пришел странник и спросил, что же такое счастье. Мамы не растерялись и ответили, что счастье это их дети. Оказалось, что странник ищет истину, а что такое истина, ему рассказали светлые лучики. Кто вы, прекрасные создания, милые девы, лучики светлые? Мы лучики Вифлеемской звезды. Мы пришли в этот мир возвестить о любви, добре, свете, радости, милосердии. И самое главное, мы пришли рассказать вам о родившемся Христе. После этого доброго представления все мамы и дети отправились в путешествие по станциям, которое началось со знакомства с историей рождения Иисуса Христа. Доброволец Светлана рассказала, что эта станция связана с темой материнства. Светлана попросила мам вспомнить, как они пеленали своих детей, как это могла делать Богородица. А девочки смогли покачать куколку-младенчика для того, чтобы вспомнить, как нужно беречь и заботиться о своих маленьких братиках и сестрах. Следующая станция была посвящена семье Иисуса Христа. Эта станция называется «Мастерская Иосифа». Мы ее так назвали для того, чтобы символически показать вообще образ семьи. И у нас специально есть такая иллюстрация, где вся семья вместе, и каждый со своим делом занимается. И вот это такое общее семейное дело. Поэтому нам было очень важно собрать детей именно вокруг этого стола, чтобы вместе они начали делать. У нас во главе есть мужчина, который тоже символ отца, есть образ матери, есть вокруг дети. Каждый приходит, и каждый может чему-то там научиться. Кто делает куколку, кто вырезает, кто раскрашивает, кто что-то мастерит. Самое главное, что они все вместе, здесь очень мирная и приятная обстановка. Мама Оксана с дочкой Катей на станции рисовали, и все стараются делать всегда вместе. Оксана выросла в доме-интернате, благодарна судьбе, что все у нее хорошо, очень любит своих детей и учит их добру. На празднике мы узнали, что благотворительный фонд «Помощь детям» основали подруги детства. Может, поэтому в фонде царит такая любовь друг к другу? А наш путь общего служения детям-сиротам, он длился очень долго. На самом деле мы знаем друг друга давно, лет 12, мы подруги детства. Обе росли в семьях неверующих, христианских. Потом в какое-то определенное время стали верующими и как-то так объединились в служение сиротам и семьям. У нас такая форма поддержки наших матерей, как один такой большой дружный клуб. Вот мы сами с Натальей подруги, и в том числе и наши мамочки, они на самом деле наши большие друзья. И их дети, это тоже практически наши родственники. И все это проходит вот в такой вот дружеской атмосфере каких-то праздников. Вот на данный момент это Рождество. И мы его вместе празднуем, вместе радуемся. Наши мамы имеют возможность встретиться, пообщаться, они делятся опытом. И на самом деле даже иногда лучше, чем мы, друг друга поддерживают. Праздник «Рождественское путешествие» закончился радостными моментами общего фотографирования. После чего все друзья пошли пить чай.